Всем привет, с вами Ванок. Я продолжаю цикл своих видео об особенностях современного игрового производства, о игроделе, как его многие называют. И сегодня я хочу поговорить о такой тенденции, как ранний доступ, он же Early Access. Это вещь, которая на самом деле плотно уже вошла в нашу жизнь, и многие игры уже выходят именно в формате раннего доступа, и многие даже, можно сказать, уже и не видят другого способа развивать игры, особенно если их создают небольшие студии или же одиночки, которым одновременно нужно и получать финансирование, по крайней мере же хоть какое-то минимальное, и при этом еще и показывать всему миру свой проект, доказывать, что он стоит внимания. И вот в этом плане, конечно же, ранний доступ действительно оказывается во многом одним из самых лучших решений. Но давайте обо всем по порядку. Как таковой, ранний доступ появился уже давно. Я уже рассказывал, что Mountain Blade находился в раннем доступе. Именно такой формат у него был. И ничего странного в этом не было. Когда Tailwords действительно была небольшой инди-студией, разработчиком, основанным двумя людьми. И, собственно, эти два человека, по сути, первой версии делали. И, конечно же, ранний доступ тогда сыграл действительно важную роль в развитии проекта. Но, как таковой, ранний доступ, конечно же, не был популярен до того момента, как он был введен в Steam. Steam — это вообще, на самом деле, сейчас двигатель прогресса игровой индустрии. И, конечно же, его решения играют значимую роль, действительно вносят серьезные какие-то изменения в процесс. И то, что в марте 2013 года Steam запустил ранний доступ, конечно же, сыграло значимую роль. И в итоге многие разработчики сразу же, ну, может быть, не совсем сразу, но очень быстро просекли фишку, как говорится, и кинулись скрывать этот самый ранний доступ для своих проектов. И, соответственно, сейчас мы видим, в принципе, итоговый результат, когда очень много проектов именно в таком формате развивается, выходят. Ну и, конечно же, появляются связанные с этим проблемы. Многие уже видят, что сейчас в Steam открытого текста написано, что эти игры не стоит покупать, если вы хотите получить полноценную игру. Да, это не предзаказ, где вы фактически покупаете обещания. Это, в принципе, игра, но игра недоработанная, игра, находящаяся в таком раннем развитии, поэтому и называется ранний доступ, потому что раннее развитие проекта. Причем развитие может находиться, ну, в состоянии более-менее уже готового проекта, в который можно вполне нормально играть, а может там, знаете, в виде наброска, который, в принципе, что-то вам может продемонстрировать, но полноценной игрой это еще не назовешь. Мало того, не стоит забывать, что разработчики всего этого, это, по сути, те же обычные игроки, которые просто владели некоторыми навыками создания игр, это не профессиональные компании. Это просто любители, которые создают свой проект, которые могут его забросить, которые могут его не довести до конца, которые могут просто что-то не так сделать, налажать и так далее. И то есть проблем с такими играми может быть масса, потому что, как мы знаем, даже крупные 3А проекты, действительно, которые тестируются, действительно, которые полируются перед выходом, они тоже могут содержать баги. И если уж в таких играх есть недостатки, недоработки, именно не то, что там что-то не так продумал игру, а именно баг вставил совершенно откровенный, если этого в таких играх есть он, то почему не могут быть они в мелких играх, которые к тому же еще только разрабатываются. Конечно же, они будут, их много, вот Life is Fiddle, о котором я рассказываю уже давно, вот в нем тоже полно багов, как бы разработчики само собой их пытаются устранять, но сам процесс разработки, он неразрывно связан с методом проб и ошибок, и, соответственно, ранний доступ там всегда нужно просто, когда вы хотите какую-то игру купить, находящуюся в раннем доступе, нужно понимать, что вы покупаете, да, игру, но которая будет находиться еще долго в стадии разработки, и не факт, что эта стадия разработки вообще когда-то будет завершена. Вот многие помнят скандал, ну, может быть, не многие, но имеет место событие, когда пришлось даже закрыть продажи игры «Земля» в год 2066. Вот этот проект, который вроде как представлялся как достаточно перспективный, оказался на деле пшиком, кучкой багов, вообще каких-то непонятных недоработок и вообще непонятно чего, с ворованным артом из другого проекта. Вообще, как бы, на самом деле, получилась очень неприятная ситуация, когда игроки, купив эту игру, получили в итоге доступ вообще не пойми к чему. То есть, ну, скажем так, понятное дело, как я уже сказал, что может быть в разном состоянии проект, разного уровня качества, но там получилось настолько все откровенно халтурно, что в итоге даже эту игру со Steam вообще убрали. Тем не менее, не стоит забывать, что ранний доступ, в связи с тем, что это уже покупка полноценного проекта, не предусматривает возврат ваших денег.
То есть, если в предварительный заказ, даже в Steam это вообще на самом деле платформа, из которой выводить уже введенные в нее деньги практически нереально. Они не возвращают деньги за купленные игры, они не возвращают деньги за валюту введенную. То есть, это такая компания, куда что-то ушло, то уже оттуда не возвращается. Но даже в Steam за предварительный заказ можно, если вы от него откажетесь, вернуть деньги. Это, конечно, сложно, но можно. А вот ранний доступ вы уже никак не вернете. Все уплочено, как бы получили то, что получили. И, в принципе, я не скажу, что на самом деле все плохо. Вот я сейчас сижу, описываю, насколько это все плохо и неудачно. На самом деле, несмотря на все это, ранний доступ вносит действительно серьезные изменения в сам процесс создания игр и сильно помогает разработчикам. И, в принципе, сам этот факт уже говорит о его необходимости. Да, он как бы несколько ненадежен для игроков, но разработчики получают возможность фактически получить финансирование в обход всяких кикстартеров, которые сами по себе тоже, кстати говоря, далеко не идеалы. И много уже есть историй, когда проект оказался пшиком, когда он был отменен, когда там у разработчиков кончились деньги, они не могут отправить заказы. Если, допустим, не игра, а какой-то конкретный предмет, который нужно вам получить по почте, в итоге оказывается, что деньги, которые должны были быть отложены на отправку условно заказанного вами товара, они кончились, и вам придется еще доплатить, если хотите получить в ближайшее время вот этот ваш заказ. И на самом деле на Кикстартере множество проблем, и да я бы даже сказал их, наверное, больше, потому что одно дело ранний доступ, когда, тем не менее, вы все-таки можете получить саму игру, и вы можете, мало того, прочитать отзывы об этой игре перед тем, как ее покупать, сделать определенные выводы, вообще стоит ли на данном этапе с ней знакомиться. Кикстартер же всяких там вообще вы не видите ничего, кроме обещаний. Вот, например, недавно закрылся Clank, который, в общем-то, тоже был достаточно перспективным, но оказалось, что кончились опять же деньги, и все. Пока-пока. Потому что вряд ли деньги будут возвращаться тем, кто за них платил. То есть платили они на самом деле как раз таки не за игру, а они спонсировали этот проект. А извините, спонсоры раз не туда уложили, сами виноваты. Кстати, вот Life is Fiddle в свое время тоже пыталась, правда, не на Kickstarter, а аналогично проекте Indiegogo. Ну, там компания провалилась, и в итоге тоже была масса проблем с возвратом. Причем разработчики к этому говорили: ребят, мы тут как бы ничего не можем сделать. Мы эти деньги не получили, так как проект не набрал минимальную необходимую сумму, эти деньги зависли в Indiegogo, и они вам должны их вернуть, но обязанность на этом лежит на них, а не на нас. И вот там до сих пор возникают эти проблемы, когда некоторые вспоминают и говорят: о, я же в свое время на Indiegogo платил, а сейчас игра вышла, где же моя игра-то? Ну вот так вот получается. Но я немножко хотел, кстати, от темы, потому что речь-то идет о раннем доступе. А вот ранний доступ, в свою очередь, с одной стороны, все-таки дает какие-то определенные гарантии игроку, по крайней мере, гарантии, что сейчас вот такую игру получит хотя бы в такой стадии, в которой она сейчас есть. А с другой стороны, помогает разработчикам собирать деньги на дальнейшее развитие игры, ну, на зарплату, в конце концов, мы все кушать хотим, и разработчики тоже. Если игра стала для них основной работой, то само собой понятно, что с этой работы они должны получать деньги, а какие деньги могут получать разработчики? Ну, только, опять же, от спонсоров, Digogo, или же от крупных издательств. Но это означает уже им продаться, то есть передать свои права на эту игру, то есть практически, можно сказать, вы впоследствии будете только получать, грубо говоря, отчисление процента от продаж, там, или какую-то фиксированную сумму получите, но игра это будет уже не ваша. Ну или же, соответственно, вариант 3 это начать продавать в раннем доступе игру, то есть вы ее продаете по чесноку сами. Ну там Steam, конечно, является посредником, но Steam вот именно что посредник, то есть он является сервисом, который там с определенным взду берет, но при этом не заставляет вас ему права на игру передавать. И, соответственно, получая таким образом деньги, разработчики получают возможность в дальнейшем развиваться. И, да, пожалуй, вот этот момент, наверное, является одним из самых важных, да, вообще для разработчиков, и он отлично раскрывает причины, почему ранний доступ стал настолько популярным. То есть достаточно сделать какую-то там версию игры, чтобы она понравилась людям, и они уже сами начнут покупать. Игр, на самом деле, уже вышло много, и, конечно же, многие из них еще долго будут находиться в разработке, но некоторые уже так постепенно выходят, и, конечно же, это не может не радовать. Вот DayZ находится в стадии раннего доступа. Я бы не сказал, что там фанаты недовольны тем, что разработчики как-то его плохо развивают. Space Engineers, например, тоже игра, о которой я рассказывал на своем канале, это тоже ранний доступ. Space Bound, это тоже ранний доступ. То есть игр, на самом деле, много, и в них можно вполне играть. Тут даже уже дошли до того, что выпускают на дисках, то есть в обычной не цифровой продажи игры, которые являются пока что ранним доступом. Вот Planetary Annihilation вот в таком формате именно вышла, то есть разработчики открыто написали, что да, это ранний доступ, мы сейчас продаем на дисках, но мы уверены, что разработчики доведут ее до ума, потому что мы их поддерживаем, и вот, можно сказать, прецедент даже они создали тем самым.
Так что я бы сказал, что на самом деле, как и во многих элементах игровой индустрии, так же, как, например, из DLC, о которой я рассказывал как-то, в принципе, есть свои положительные и отрицательные стороны. И на самом деле, насколько это будет для конечного проекта это решение хорошим, зависит от, на самом деле, от честности, от трудолюбивости, от вообще умения создавать хорошие игры самих разработчиков. И в данном случае никто вам не будет гарантировать ничего, но при этом, если вы знаете, что вот этот разработчик, он действительно толковый, он уже себя проявил, ну, нет смысла ему не доверять, как мне кажется. И поэтому, собственно, я зачастую этим ранним доступом пользуюсь, его услугами, приобретая игры в данном формате, и пока что не готов сказать, что как-то меня кто-то обманул. Ну, а с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео и всем удачи!